Доброе утро, дорогие друзья, о поговорках мира. Сейчас очень часто звонят на телефон. Это моя поговорка. Допустим, мне спрашивают: Николай Николаевич, вы где? И я всегда отвечаю: в Караганде. Сижу в казино, выигрываю кучу денег. Не верите? Приезжайте на такой-то машине, проверите. И я вот езжу туда-обратно. Туда-обратно. Не верите, приезжайте. У меня друг тоже в Лас-Вегасе ездит, казино играет. И еще один есть друг, очень добрый, хороший человек, тоже в казино играет. Не буду говорить, кто, и не скажу, на какой машине ездит. Поверьте, машина очень серьезная. Дорогие друзья, не играйте в казино и не спрашивайте, ты где. Всего вам доброго.